Всем доброе утро. У нас там автобус приехал. Я сейчас, наверное, за автобусом поеду. Блин, пойду вот здесь. Чарли, маму! Чарли! Бин! Кивине кочи! Бинга тира пая! Уж эти машины, как мне страшно. От этих машин. Чарли, он еще не боится машин, понимаете? Вот едет машина, он по барабану ему, он может под колесами оказаться, как это, два пальца, в общем, ну вы поняли. Некоторые собаки боятся, а этому нет. Муж говорит, вот когда его типа это заденет машина, он тогда будет бояться. Я говорю, ага, а вдруг заденет так, что ему уже не будет бояться. В общем, поработала, как обещала. Как было запланировано, поеду. А сейчас в Лидл, наверное, все-таки мне нужно за хлебом. А хлеб, какой я ем, продается только там. Черный такой, как наш, серый. Вот, а что еще? И забыла, что еще. Ну, там, знаете, как всегда, пойдешь за хлебушком, возьмешь все, кроме хлебушка. Нет, ну хлебушек мне точно нужен. В общем, погода у нас, знаете, как ночью 8-9 градусов, днем 25. Но опять говорю, 25 это не то, что летние 25. То есть и жарко, и холодно. Ну, ничего, мы привыкли уже. Чарли, бинго, сувы. Едем. А вкусняшки в Лидле там. В общем, все сейчас увидим. Вот что я взяла в Лидле. Ну, в принципе, не очень много, но все-таки. По порядку вам сейчас быстренько расскажу. Ананасик вытянул за 1,45 рубль. Он был с предложением по 79 килограмм. 70 центов килограмм. Гадость вот такой взяла, цурими. Салат здесь с ананасом идет. С этими... с крабовыми палочками. Конечно, можно и самой сделать, и все дела, но если делать салат, то он в таких пропорциях, я его точно не сделаю. Здесь что-то 150 грамм, да, 200 грамм. То есть придется делать лоханку. А лоханку, блин, конечно, а это вот, как говорится, червячка заморил, и усё, и хватит. Сколько он у нас стоит? Еврик. Вот 200 грамм, еврик. Я вот его обожаю почему-то. Вот он с ананасиком идет такой вкусненький. Потом взяла вот такое мясо. Это, естественно, этот индюк. Почему естественно? Что-то свинина мне это не заходит. Не знаю почему. Я знаете, что сделаю? А муж не любит индюка. Но он не особый знаток мяса. Поэтому я сейчас вот это вот отдеру. И скажу ему, что это свинина. Да? Обманем, скажем так. Вот. Потому что он с ним уже прокатывал такое. Он и кролика типа того не ест. Вот. Скажу, вот тебе свинина. Мягкая, вкусная. Она идет уже с приправами. И с это, с чесночком. Он у нас стоил, блин, отодрала этикетку. В общем, на 3,78 вытянула. Здесь 664 грамма. А килограмм... Блин, а вот килограмм 5,69, но он был с предложением, а они его прям, по-моему, не поставили. Вот надо быть внимательнее. Сегодня в четверг очень много разных предложений и привозят, потому что передо мной стоял мужчина, он купил тоже бананы, которые тоже там что-то 34% скидки были. Ему тоже это не засчитали. Ну и мне не засчитали. А нет, засчитали. Вот, смотрите. 92 цента убрали, видите? Так что все правильно. 92 цента правильно. Потом у меня еще был там приложение. По приложению там каждую неделю дают, ну, знаете, как лотерейка такая. Вот стираешь ее, и там тебе разные... 50 копеек скидки делают, рубль. Вот у меня было 50 копеек. Их вот таким вот образом включают в чек. Вот в виде 0,02 цента, 0,04. В итоге это 0,050 копеек, в общем. Вот здесь написано. Всего я сэкономила 1,42 евро из чека. Надеюсь, правильно объяснила и все понятно. Потому что в голове я знаю, как объяснить, но по-испански. Вот. Вчера смотрела кого-то, не помню кого, и там ели мороженое. Именно, вот знаете, такой вот сэндвич. Мне так захотелось.
Я сейчас и в год купила. Он у нас тоже стоил €89. Здесь 6 штук. Яйца €45, 12 штук. Яйца. Муж пришел. Страх какой. Сейчас договорю. Так, на чем мы там? На мороженом, на яйцах. Салат. Сейчас я вот такой съем. Потому что вот этот, это на завтра. А сегодня я съем вот этот салат. Цезарь обожаю. Именно из Лидла, €99. И вот тут много хлебов взяла. Это мужу взяла. Хлеб, бабушкин хлеб, 79 центов. Вот такой вот мягенький, вкусненький. Наверное, такой не люблю. Потом... Вот такое 2,39 стоит наш уже. Раньше рубль 99, а сейчас 2,39. Но мне его хватает где-то на месяц. Такой здоровый. Я его в холодильник кладу, и ему там ничего не бывает. И вот такой хлеб на сэндвичи берем с маком. Очень вкусный. Советую всем. Прям вообще классный. Вот. В общем, он €50 стоит. Ну, естественно, вкусняшку, шоколадки вот такие с вкусом клубники взяла. Она €39 стоит. И манго. Манго тоже было с предложением. Оно из Коста-Рики. У нас уже манго, сезон манго отошел. Поэтому тоже с предложением было. Манго здесь €39, 2 штуки. В общем, вот такие у меня покупочки. Она нас говорила. В общем, все, сейчас будем кушать. И у нас, в общем, пришел муж, и я говорю, а что так рано? Он сейчас собирается ехать в Малагу. Я ему села на хвост. Не знаю, что там буду делать. Но вместе с вами и увидим. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо вам огромное за комментарии. А мы сейчас будем есть. Я салат, а он говорит, там сделать себе бутерброд с его колбаской вчерашней. В общем, так. Мы уже в Малаге, только здесь на набережной находимся. В магазины я, наверное, никуда не пойду. Потому что здесь их просто нет. В том месте, где мы находимся. Чарли, дорога. Есть пешеходный, кстати, пешеходный переход. Можно поставить, пойти посмотреть. И горит зеленый. Ну, все к этому. Нафиг поехала вообще. Время только зря потратила. Сейчас бегом-бегом в спортзал. Время уже позднее. А я вот только вот... Пускай муж теперь меня везет в спортзал, иначе я не успею нифига. В общем, зря день потратила. Думала, хоть какие-нибудь магазины зайду или еще что-то. Облом. Ну ничего. Да еще и рулил туда и обратно. Представляете вообще? Поэтому я уставшая, как собака. Издвая. Ну, я-то думала, будут приключения. А нет, приключения не сдались. Так, где на машину? Там. У нас как-то пасмурно стало. И бахнет дымом. В общем, я побежала. Как
какой-то день непонятный. Так прошел быстро, что я даже не поняла, а был ли день. А еще я хочу очень кушать, потому что я никакого перекуса, никакого фруктика не ела сегодня, так как уехали мы в 2. Вот я поела салатик и все. И желудок как-то, ну знаете, на такой голодный желудок заниматься намного лучше. Я прям чувствовала свои кишки. Ой, я правда такая, чую, и желудок как прилипал к позвоночнику, я тоже это ощущала. Такие, знаете, приятные, скажем так, ощущения, потому что я чувствовала себя ласточкой. Но сейчас, когда иду домой, то кушать как бы уже хочется, но нельзя. Поэтому я съем какой-нибудь фруктик, манго, наверное. Я же купила 2 манго, и они уже спелые. Поэтому они небольшие. И там шкурка да косточка. Можно слопать, потому что, ну, иначе никак. Вот. Так что вот такие вот у нас дела. Уже темно на улице, погода. Ну, какая-то, никакая. Зимняя. Вот. И сил на исходе, все, в принципе, как всегда. У меня в это время уже хочется только сесть, хотя мне нужно еще зубки почистить, мордочку намазать, и тогда уже можно будет отдыхать. Манго с Коста-Рики не идет ни в какое сравнение с нашим манго. Оно вообще не сочное и похоже на морковку. Да. Но, к сожалению, у нас не сезон, так что будем ждать. Здрасте. Здрасте, Минине, здрасте. Он с игрушечкой пришел поиграться. Иди, соскучился малыш. Он с нами ездил, поэтому скучать, он скучал тут без меня пару часов. В общем, ну, надо съесть морковку такую в виде манго, а что делать? Хотя по мне сейчас, знаете, хоть картошку сырую запихать, она мне покажется очень вкусной. Я буду отдыхать в гордом одиночестве, потому что сегодня что? Футбол, Барселона играет с кем-то, непонятно с кем. Нам еще, знаете, поприкалывались в торговом центре Невада, который я люблю, да, находится в Гранаде. Там такие большие телеэкраны, вот, где в зоне ресторанов. И я такая, ну, я подписана в Инстаграме на Невада, центр коммерческий Невада. И там, значит, показывают, что... Давно не видели. Да, я кремом намазывала. Нет, не слизывай его. И я, значит, мужу говорю, да, а ты прикинь, говорю, там футбол будут показывать по этим огромным экранам. Он такой, поехали. Я говорю, ну, оплати мне бензин, говорю, и шопинг, поехали. Вот, он такой, давай ты, говорит, бензин, а я тебе на шопинг дам. Я говорю, поехали запросто. Вот, но он потом поржал так. Хотел подловить меня, наверное. Ну, это была шутка, к сожалению. А я поехала, несмотря на то, что футбол в 9 начинается, а торговый центр, ну, все магазины закрываются в 10. Но мне бы хватило часика прошвырнуться так, посмотреть на что-нибудь. Если бы еще денежек дали, может, что-нибудь отхватило, а что? Я люблю покупочки. А кто их не любит? Мне кажется, каждая женщина любит что-то покупать. Неважно, что... Нет, есть, конечно, исключения из правил, но их очень мало. В общем, вот такой вот у нас день сумбурный получился. Завтра уже пятница. Представляете, так быстро неделя пролетела. Ужас. Я даже не заметила, что и как прошло. Сейчас посмотрю, может, по телевизору что будет интересного. Хотя навряд ли. Я сериалы смотрю, турецкий. Села называется. Кстати, кто-то из подписчиков мне посоветовал. Он такой длинный, зараза. Ну и смотрю-то я его одним глазом смотрю, другим не смотрю. Вот сегодня ни одной серии не посмотрела. Кстати, смотрите, вот так вот мы и живем. Ой, буду с вами прощаться. Всего самого наилучшего. Встретимся завтра. И всем пока-пока.